Дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет одно из видео, в которых я рассказывала, как я пыталась превратиться в какого-либо наездника из реальной жизни, коноблогера. В прошлый раз, когда я снимала видео, это было видео про Алису и Медею, если я правильно помню, и я ничего не путаю. Вот вроде бы так все было. То сегодня я решила попробовать изобразить себя в Star Stable Софью и Пасю. Вот фотографию, которую я когда-то сделала с их видео. И сегодня я попытаюсь изобразить этот образ, максимально подбирая все, что будет походить на все, что есть на этой фотографии. Вот, так что давайте попробуем. Видео я сокращать не буду, потому что хочется сделать его слегка таким ламповым, не обрезанным. И, ну, просто таким душевником. Так, для начала нужно выбрать лошадь. Понятное дело, что мой магический конь-скелетик не подойдет для этих дел, поэтому я буду выбирать другую лошадку. Если честно, под эту роль идеально бы подошел... новый англичанин, масти, как у меня старый англичанин. То есть, вот, допустим, Великий Орел. Вот если бы у меня был бы новый англичанин масти, как Великий Орел, то было бы идеально. Но, к сожалению, у меня такого коня нету. Я пока что его не купила. И даже, кстати, не знаю, куплю ли я его в принципе. Но я думаю, может быть, стоит попробовать взять просто своего гнедого англичанина. Но нет, у него носочки. Так, в прошлом видео я, кстати, уже не помню, кто участвовал, какая лошадь у меня была. Вот вообще не помню, если честно. Вот ни капельки. Но знаете, наверное, я возьму все-таки своего англа. Где он? Так что же, где? Он где же где-то здесь был. Пролистала. Я его не вижу. Так, а, вот он, вот так вот я его нашла. Так, здравствуй, Великий Орел, давно не виделись, давно не ездились. Ой, ну все, это уже шикарно. Благодаря этому англичанину уже все в этой жизни шикарно. Так, да, как всегда во время записи у меня все подлагивает, притормаживает, но... не будем на это сильно отвлекаться. Я не вижу, есть ли там какие-то нагавки. Есть, наверное. Так что надо надеть нагавки, похожие по цвету. Они у нее вроде бы коричневые. Новые нагавки я не смогу одеть на своего англичанина. Я могу, конечно... А хотя, знаете, я просто одену вот эти. Да, вроде бы похожи. Потом стандартно там идет черная уздечка. И, по-моему, коричневое седло. Так, давай искать тебе уздечку. Да, вот эту уздечку. И коричневое седло. Но оно там настолько темное, что, наверное, я одену... Я просто не вижу. Наверное, вот это... Нет. Сложненько. А более темного у меня седла есть? Нету, я его на кого-то одевала, по-моему. Так, это не подойдет. Это слишком светлое. Нет. Нет. Наверное, мне придется одеть все-таки вот это седло. Какое? Вот это седло, потому что там оно более конкурное, чем ежели вот эти наши выездковые. Так, вальтрапики. Вот если бы оно было более фиолетовым, я бы вообще одела вот этот вальтрап, который вообще-то называется красным, но при этом является цветом баклажана. И я этого немножечко не понимаю. Хотя, вот это подойдет. Значит, одеваем вот это вот. Так,
А теперь самое сложное, нужно одеть меня непосредственно. Так, обычный черный шлем. Как всегда, я одену свой самый любимый шлем, который вообще у меня существует в этой игре. Он, конечно, не самый лучший по характеристикам, но внешне я его обожаю больше всего на свете. Надо, конечно же, снять с себя маску. Мы же все-таки человек изображаем. Я снимаю маску. Так, прическу я думаю. А, не, прическу тоже нужно будет переделать. Сапоги. Перчатки. Перчатки я не вижу, но такое чувство, что они у нее какие-то бордовые. У меня есть какие-нибудь бордовые перчаточки? У меня есть вот такие красненькие. Есть бордовые варежки. Может, вот эти вот взять? Я не вижу на самом деле, какие у нее там перчатки. А видео смотрела настолько давно, что уже и не помню. Ну, давайте я тогда, наверное, вот так одену. Так, сапоги. Сапоги у нее черные. И, кстати, по-моему, подойдут те, что на мне сейчас. Ну, возможно, можно будет одеть и другие. Какие здесь у меня есть? И во, да, вот прям идеально черные ботинки. Сапоги, простите. Так, не удивляйтесь, что у меня может быть слегка такой вялый голосочек. Нет, я не болею, просто у меня немножко болит голова. Но я очень хотела снять и это видео, потому что очень давно сняла первую часть про Медею с Соней. И сейчас только решилась снять вторую. Так, а я не помню, у меня таких бежевых брюк нет. Ну, знаете, вот эти подойдут, наверное. Так, и у меня была идеальная, прям вот точно такая же куртка. Где-то здесь в шкафу она была на снов с деревушки Санта-Клауса. Я прям четко помню, что она где-то здесь есть. Я ее одевала. Осталось только вспомнить, где. Я не помню. Так, нет, не она. Неужели я не покупала ее? Не может этого быть. Так, давайте. А, в конце еще нужно посмотреть. В конце же у меня еще запасы-то валяются. Нет, тут все свитеры, ну, одна футболка. Так, а то, что тут ничего нету, 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 нету. Ну, а дальше все пошло по стандартным, как всегда. А, я про вот эту, наверное, говорила. Я про тебя, наверное, говорила. Нет, не подходит, это совершенно не то. А что же тогда подойдет? Мне казалось, что-то было. Может быть, оно действительно было, но не у меня? Ну, я имею в виду, я увидела, но не купила. Потому что я помню вот этот вот капюшон. Шон. Красный капюшон. Может, я эту имела в виду? Нет? Может, а может быть, кстати, я что-то и путаю. Но тогда это очень печальненько. Там у нее синяя куртейка с красным капюшоном. Знаете, я, наверное, вот это одену. Я не знаю почему. А, кстати, надо в магазине посмотреть. Ой, ой, ой. Немножечко не туда. Может быть, я все-таки в магазине видела, просто не покупала. Так, нет, 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 нет. Нет, это все старое пошло. А это прям новая моделька была. Вот, ну, не такая старая. Значит, она действительно из деревушки Санта-Клауса. Так. Ну, получается, все. Мой образ готов. Нагавки есть, вальтрапик есть, седло, уздечка, ботинки, штанишки, кофточка, прическа. Да. Мне надо поменять прическу, ну и, как всегда, сделать нейтральный макияж, потому что Хэллоуин, к сожалению, закончился.
Но праздник в душе до сих пор остался. Я у нее не вижу, какая прическа. Но я, наверное, знаете, сделаю вот это вот. Я думаю, подойдет. Кстати, что-то они у меня слишком светлые. Мне казалось, у меня темнее были. Во, не, я, наверное, вот эту сделаю. Хвостик этот. Смена макияжа. Макияж нейтральный. Все, стоило смыть макияж, я стала похожа не на себя. Непривычно. Так, потом что там? Кто-то злится? У нее на заднем плане такие осенние, боже, полуголые деревья, домик и заборчик. Я даже не знаю, где бы повторить такую фотографию, но так как погода у нее там осенняя. Я действительно, а где бы повторить такую фотографию-то? Я что-то смотрю и даже не соображаю. Вообще ни капельки. Возможно, вы сейчас смотрите, вы бы и сообразили моментально место, где можно изобразить эту фотографию. Но я все-таки поеду в конюшню золотого листа и эту фотографию сделаю там. Просто потому что осень. И там как-то теплая осень, там все ярко. Так, отправиться. Что-то не нажала. Давайте поедем и посмотрим, что же можно вообще сделать. И тем более, я же должна изобразить четко позу на фотографии. То есть сейчас буду пытаться фотографировать все это дело. Ну, кстати, я смотрю, подошел бы под это дело еще и мой тракини, но почему-то я как-то на англичанина больше захотел садиться. Так. Ага. Ну, давайте, наверное, где-то вот здесь вот. Так. Так, мне нужно, чтобы обязательно задняя ножка вот так вот оттянутая была. Это какая вообще? Правая, левая? Это правая нога у него оттянута. Так. Эх, я не успеваю. О! О! Я смогла! Так. Как она стоит? Кадр. Так, так. Вот так вот. Я думаю, такой кадр вполне себе сойдет. Как вы думаете? Делаем. И надо же, я меньше чем за 15 минут смогла сделать пародию на фотографию Софии и Паси. Надеюсь, такой вам видосик понравился, без обрезания, без ускорения. А вот просто в такой уютной домашней атмосферке. И в следующий раз у нас, кстати, у меня осталось 3 варианта, кого еще закосплеить. И в следующем видео, которое выйдет именно по серии косплея, вы узнаете, кого я буду изображать в следующий раз. А я вам желаю не забывать тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в следующих видео!